В Одинцовском городском округе для выездов по подозрению на коронавирусную инфекцию выделено 4 бригады скорой медицинской помощи. В рамках проекта «Здоровое будущее» к медикам приехали члены местного отделения партии «Единая Россия». Главная цель этого визита – поддержать коллектив. Узнав, что сотрудникам Одинцовской станции скорой медицинской помощи хотелось бы получить микроволновую печь, партийцы приобрели ее и передали врачам с самыми добрыми пожеланиями.